озера, покупался, помылся. Подожди, Рыжий, слушай меня внимательно. Этот хламонище не хочет ни побриться, ни помыться. Здорово, Иисус. Как дела? Почему хуёво? Голубь. Да Пашка, блядь. Ты живой, нет? Ну, выходи, я тебе хоть пузырёк дам, блядь. Дружки, всем привет. Приехал в детский дом. Ребят, всем спасибо за помощь. Дмитрий, тебе от души. Детский дом. Просто еще взял собачкам. Любимая, спасибо за собачку, за котичек. Так, сейчас я достану, машину закрою. Опа. Сегодня будок день рождения, ребят, будем отвечать. Так что, посмотрим, будем искать бульдога. Там Димасик ему шмотки подогнал. Ох. Так что, как-то так, ребят, жара сегодня вообще капец. Лето, чай пришло. Почему-то в мае. В начале мая. Да-да-да. Что у меня шея, ребят, пересекнуть на шею. Сока побольше взял, ребят. Что, будем пить охота? Больше сока взял. Здравствуйте. Ой, куда вам гостиницу поставить? Нет, просто что-то вот скамеечка раньше была. Куда не поднимете? А? Чего вы туда не поднимете? А как туда подняться? По лифту на второй этаж. Ну давайте, пойдем. Ну вот, покажите, пожалуйста, где. Знать будете и видеть будете. Да хочу видеть. Ой, как это, чё? Кому несёте-то? Детишкам, конечно. Вот и увидите. Ладно. Ох, какого люфта вы... Второй, я нажимаю второй этаж. Ага, спасибо огромное. Ну так вот, ребяточки, видите? Меня всё-таки читают ваши комментарии оскорбительно. Здравствуйте! Так-то, ребят, будет больше подождать и таскаться с ним. О, как-то так. Так, там. Ого. Пизду. Извиняюсь, мат. Ой, здравствуйте. А подскажите, куда гостиницу передать? Здесь? Да, они все в столовой кушают. Ну давайте я так вот дам для всю. Завтрак, что ли? Здравствуйте. Здравствуйте. Детишки, здравствуйте. Приятного аппетита вам. Кушайте. Давайте, до свидания. Фух. Ну все, ребят, что, детишки кушают. Поедем. Давайте я вам открою выпущу. А где? Вот тут. А, вот тут? Там в а, на лифте приехал так. А, все, спасибо огромное. До свидания. Ну все, ребят, всем спасибо огромное. Дмитрий, тебе тоже приятно. Из Германии помог. Ну вот так, ребят, все, теперь все, думаю, успокоились. Мы поехали. Делать праздник бульдогу. День рождения, паскудника поймаем. Ну, как-то так. Рядышки, ну что, приехал Ковчику. Предупредить его, чтобы не ждали. И поеду машину менять. А, сейчас брата родного доеду. Как раз он по дороге захочу. Сейчас дорогу снимать не буду. Вот опять люди напишут, блядь, заебал дорогу снимать. Ребят, смотри, как уже позеленело. Так, тут они, тут они. Орлы. Постирано, видите, белье развешено, блядь. Ебать тебя, срак. Так. Сидит, нахуй. Лежит, блядь. Спят, нахуй. Давайте, блядь, дедушка проснулся, нахуй. Здравствуйте, блядь. Здорово, паня. Ну чё, блядь, как дела у вас? Да хуй. Вовчик, яблочки ржёт. Похмелье, что ли? Побрился, нахуй. Ну ладно.
Ты да что так рано-то приехал? Как в рано? Ни хера себе время, нахуй. А сколько? Да хуя время уже. Короче, сейчас сидите. Пошли, знаете, зарплату, Вовка, вам 500 рублей убирай. Пошли, дед, я тебе дам пузырьки. И пока съезжу машину поставлю. Вы сидите, давай. Понял? Потом сюда поедем. Ты сюда приедешь? Да конечно, я сейчас водку вам дам. Съезжу машину поставлю, другую одену и поедем кататься, понял? Рыжий. Не, нихуя не понял. Ах ты, сука. Рыжий, слушай, запомни. Нет, пока. Слушай, когда деда будем купать? Купать? Я, сука, блядь. Да пошел ты нафиг. Нахуй, говори, нахуй. Нафиг. Слышь, Вовчик, подожди, дай пока. Вовчик, слушай. Я тазик нахуй приготовил, смотри. Угу. С ящиком тазик приготовил. Я вчера покупался, помылся. Подожди, Рыжий, слушай меня внимательно. Это хламонище не хочет ни побриться, ни помыться. Тебе сестра? Ой, подожди, сестра Лариса на больничке, да, живет? Да. Завтра приди обязательно к ней, трезвый. Зачем? Ну, они хотят, блядь, тебя, нахуй, там что-то надо документы сделать, на тебя паспорт сделать. Она сегодня мне звонила. Слышишь? Ладно, ну я не мохнат такой хоть. Не, она говорит, на паспорт сфотографируй. Пошли, я дам, ждите меня здесь, я сейчас водочки дам. Да. Так, завтра, да? Завтра к ней сходи обязательно. Вовчик, не забудь, пожалуйста, блядь. Все. Знаете, я тебе деду потом еще напомню. Это сестра. Ну да я понял. Ну все, ждите меня здесь. Я деду передам водку, спрячьте заначку, попьете пока. Я съезжу, все. Машину поменяю, потом зайду за вами, поедем, может, на речку поедем. Посидим. Купаться. Да, если бульдога найдем, у бульдога день рождения, видишь, да нахуй. Да ну нахуй его. Нет, блядь, у него день рождения, пошли, дед. Да, дед, не матери. Вовчик, все, никуда не уходи. Ну что, дед? У меня день рождения. Когда у тебя? В июне же. Ну, тебя отметим, что ты? Ну, что ты, дед, переживаешь? У меня хуже месяц еще, 25 июня. Дед, и у тебя отметим, что ты волнуешься, дед? Неужто про тебя забудем, что ли? Да я не буду. Почему? Я сам буду шевелиться, что-то. А где, сука, где нажались уже с утра-то, блядь? Когда успели, блядь? Кого? Мы вчера. А сегодня что, не пили, что ли? Как не пили? А что, блядь, где успели-то, сука? Нихуя! Себе, да? Сказал дедушка себе, блядь. Ну, дед... На 900 рублей сдали, нахуй. Вчера, что ли? Конечно. Меч, что ли? Конечно. Вот, блядь, ребята, вот такие дела, блядь, а вы говорите, блядь. Ебать, они хуёвых. Заебись они живут, да, дедушка? Да. Сейчас. Короче, ждите меня, понял, дед, здесь? Вот только курить нету. Блядь, курить я сейчас еще не взял, я только заехал. Привезу вам. Бычки-то есть у вас там? Нихуя нету. Блядь. Ну, дед, ждите, сейчас я съезжу, быстренько машину переставлю, куплю сигареты. Пока попьете. Или вы уже опохмелились, наверное, блядь? Дед, а? Опохмелился уже, наверное, сегодня, нет? Я-то да. Вот, суки, блядь, ребят, на 900 рупий, блядь, конечно, они там опохмеляются. Вот паскудники, блядь. Что, как с воскресенья начали пить, так и... Только с какого, да, воскресенья, блядь? С какого года, нахуй, воскресенье? Ну, дед, блядь. Ах, ребята, смотрите, ласточка стоит какая у меня. Блядь, с колесиками. Блядь, да, ёпта, я не купил. Хули. Сейчас, блядь, съезжу, куплю. Так у меня машина та, на Малышево, этот у меня. Чтобы вас не возить на ней, блядь. То вы измараете нахуй её. Вы ж паскудники, блядь. Такие нахуй. Кого видел, дед? На этой неделе. Чё мы паскудники? Это мы нормальные люди. Ну, слово паскудник это не оскорбительно, дед. Слово паскудник это нормально. Дед, кого видел? Блядь, дед, дед, баночки, мусор, ладно, я выкину вам. Да, не выкидывай нахуй. Держи, раз, это, заначку спрячьте, понял? Да. То-то опять белутки останется. Так, ну все, сейчас я приеду, дед. Давай. Это что, у тебя баночки? Это мусор там с баночками. Вон сюда и... Ну ладно, забирайте себе там баночки, алюминий поделите. Ладно, дед, все, будьте здесь, слышишь, дед? Да. Никуда не уезжай. Не. Все, давайте, я приеду быстренько. И поедем нахуй, пикничок устраивать на речку какой-нибудь. Да? Давай, дед, все, бегите, я приеду сейчас. Минут через 20 приеду. Только это, приведи курить. Кого? Курить? Я куплю обязательно, дед, я просто, видишь, давай сейчас приеду, дед. Давай. Давай. Ну все, ребята. Все, орлы дома нахуй. Мусор, видите, они разберут потом. А Павел Васильевич обещал им под гостиницу сделать. Сделал, ребят. Так что Павел Васильевич тоже думает о них там. Хотя хули не думать. 900 рублей, ребят, сдали нахуй. Паскудники, блядь. Ну ладно, ребят, поехал сейчас с секретами, потом брата родного зайду. Может, брата родного едет найду. И в
переключусь, мне переключать. Дядушки, проехал брата родного, там тишина, нету его. Не стало что походить, вижу, там ни хера нету. Поехал, ребят, машину менять. Потом поезжу, бульдога поищу. Бля, ребятушки, ищу бульдога на своей первой машине, блядь. Здесь не знаю, где он, ребят. Лето, блядь, хуй его знает. Падла. Ну сейчас еще поезжу по городу, поищу. Вот так вот, ребят. Так что вы там что-то того всего. Вот только рыжик сейчас начал дожидаться. Эти нихуя. Не знаю, где они. Сейчас поезжу по городу. На ступе сгоняю. Трубы. Тишина, блядь. Ладно, что, мы по городу поищем, прокатимся по городу, может, кого-нибудь встретим еще. Ребяшки, короче, заебался ездить, искать нахуй его. Поехал я, блядь, на ступик, ну что, на 101-м. А то сейчас, блядь, идут все, блядь, и там никого не найду. Поэтому, может, на 101-м. Нет, да, потом поедем еще на ступик. Ну что, не переключайтесь. Ребятушки, приехал на 101-й. Сейчас собачек нету, вон такие собачки. Так, по кошечкам еще купил. Сейчас я собачкам такие косточки дам. Блин, моя, видишь, купил косточки. Собачки идут, видишь, рыжик будет там собачка. Так, сейчас свои косточки такие дам. Кошечки, ребят, купил. Пойдем сейчас кошечки еще и хищем здесь. Собачки, иди сюда. Упала. Ох, ребят. Скоро Павел Сидю всех будет кормить. Что делать, ребят? Что делать? Так, еще. Так, какой собачки нету. Все, блин, заметьте, все, всех думают. Шумки, ребят. Собака, ребята, прямо отсюда идет. Ну, вот так вот, как-то так, ребят. Ну, нахуй ничего не надо. Приехал, блядь. Из этого съездил, блядь. Собачка только дала покушать. Они, походу, дело здесь, ребята, уже не живут. Я живу сейчас тепло. Хули делать найдешь. Ладно. Хули делать. Поеду тогда сейчас, еще раз поеду. Нет, так к рыжику поеду. У рыжика посидим там. Пару серий сниму. Хули как-то так. Сейчас собачушка ешь, нет. О, собачка унесла косточки. Ну все, ребят. Как-то так. Заебал у вас это 101. Вот, видите, все, 101 нету. Больше я сюда не поеду. Так вот так. Пока сами меня нету. Так, здесь телефон не звонит, ничего. Ой, хуй на них. Опа. Ребятушки, ну что, еще раз заехал, блядь. Нету, блядь, никого нахуй. Вот там кто-то идет. Сказал, скажите, и все спокойно дело. Сейчас мы подгончик взял, не пошел. Много еще бумаги. Видите, работа оказывается. Собирают свой, блядь. Танки строят, да. Это Иисус какой. Здорово, Иисус. Как дела? Хуёво. Почему хуёво? Тебе набор заебись, что встретил меня, блядь. А? Заебись? А что, тоже не бросишься? А как ты хочу отрастить? Ну ты что, насобирался я что? Как дела-то? Почему хуй? Пахта болит. Да как похмелись, ёптать, хули. Сигареты дать? А? Сигареты дать? Бля, я тебя дам. Так, сейчас подожди.
что, сигареты не взял, что ли? Ёпс тебе, ребятушки. А, вот, вот он. Хуёж, испугался. Сейчас дам тебе. Знаешь, говорит, башка болит. А ты чё, почему один, блядь, живёшь толпой, а... Не, я один живу, они отдельно. Съебались? Да я с ними не знаю. Это не моё. А ты же там жил, баба у тебя жила? Я живу, у меня своя комната. А, они в другой комнате живут? Конечно. У меня своя комната, у меня я с ними живу. Пожать их просто, ходил. Ладно, Иисус, давай, беги. Что надо сказать-то хоть? Спасибо, да? Спасибо. Давай, счастливо. Дай Бог тебе здоровья. Спасибо, давай, увидимся. Ну все, ребят, что, поехал, блядь. Хули, искать бульдога, блядь, паскудника, нахуй. Димасики, блядь. Кепочку такую, ребят, тельняшечку, блядь. Ах, блядь, сам бы носил, нахуй, да маленькая, блядь. Ебать бы хуй, ладно, поеду так, нахуй. Не знаю, еще бульдога себе заберу. Да шутка, конечно, ребят. На другой раз зададим, что. Вот, блядь, ребята, покупаешь вот такими, блядь, вот, блядь, реально, ребят, как ни крути, конечно, это ваши деньги, хули. Мне их жалеть, ну, тем не менее, ребят, ну, жалко, жалко, больше жрачку их не буду покупать, нахуй, пошли, нахуй, денег даю им. Жрачка, прижу, они толком не едят ее, блядь, хули, нахуй, одевают, все, пизду. Лучше деньгами давайте, мне, блядь, проще, а то ходишь по магазину, как дурачок, блядь, покупаешь, потом таскаешься, блядь, а их, хули, их, во-первых, не найти, потом нахуй это не нужны. Им бухло бы подавай, блядь. Ладно, ребят, поехал искать хуй по новому кругу. Сейчас я, может, найду бульдога встречу. Нет, нет, блядь, что, ребят, поедем в Рыжику. Рыжику сегодня будет кайф тогда, хуй, как в очередной раз. Как говорится, хули, все ему, блядь. Сейчас заедем в Голуби, посмотрим в Голуби, что, как там голубь поживает. Может, голубь еще, голубь подгончик сделаем, что бы и нет. Правильно, ребят? Ну что, ребят, приехал в Голуби. Поглядим, тут не тут. Ребят, камера опять включается. Заебала, блядь. Куда быстро дожила? Голубь! 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 Да Пашка, блядь! Ты живой, нет? Ну, выходи, я тебе хоть пузырек дам, блядь. Когда, нахуй, Паха? Ты сказал, не дождешься, блядь. Кого не дождешься? Ты говоришь... Вы-то, конечно, не дождетесь, ну. Ты что, блядь? А ты что, блядь, спишь, нахуй? Ебанулся, ну, Че, ходил сегодня на обход? Да. Нашел что, нет? А то прогул будет же. А? То прогул же будет. А, ну пошли хоть, козырек там. Так один живешь, Гол? Да. Кому я нахуй нужен? Ну, может, бабу какую-нибудь хорошую нашел, нахуй. Где ее хорошую найти-то, ем ее? Ну, блядь, хуй знает, ты же куришь. Здравствуй, во-первых. Здорово, здорово. Куришь? Да, конечно. А, блядь, только бросал ведь, нахуй. Ну иди хоть расскажи. Иди расскажи, что хоть, блядь, у тебя как дела, блядь? Как? Я ненадолго, хули. А ну хоть в гости приехал, ё-моё. Так я тебе в прошлый раз приезжал, ты не помнишь, наверное? Конечно нет, ё-моё. Может, голову-то не в порядке, нахуй. Спи, блядь. Прохладненько там у тебя в баньке-то. Не, нормально. Ну я говорю, заебись, прохладненько. Хорошо. Надо как-то сходить помыться. А что домой не возвращаешься, блядь? Мамке опять. Она ворчит, ё-моё. Выпить не дает, да? Конечно нет. Старенькая она ворчит на меня. Голубь, ладно, хоть боженька еще меня спасает, ё-моё. Он-то хоть ничего не говорит, помогает маленько. Баночками, фиганочками. Ну что, сдавался хоть, нет что? Да. Все нормально, сдался? Ну, пошел, три сигареты купил. Одна у нас осталась. А выпить что не взял? Лавы не хватило. Ну хули голубь, блядь, и как бы лавы тебе не хватило? Нахуй тебе, блядь, 100 рублей, что ли, блядь, лавы, блядь. Не сто... на, ладно, что, пообещал, блядь. Держи соточку тебе. Сейте вы, Римач. Ну, блядь, какой столько иностранец голубь, блядь. Я же в английский-то учил. Да? Евгения Александровна говорила, учи хорошо, блядь, хоть переводчиком будешь. А я дурак, блядь, не учил толком нормально. Да. Ну, и работала башка, блядь. Ну, сейчас она у тебя тоже не работает, нихуя. Да, стрясли голову-то, хорошо видно. Ну, не ответили за свои, блядь. Один уже червей кормит в могиле, нахуй. Другой зону топчет, нахуй. Ну, кто меня избил? А что, никто не приходит, ни рыжий, ни бульдог? Не. Ты все, одинок? Бульдог просил варенье, блядь, я приготовил 3-литровую банку варенья. Ну, дядя Коля, чтобы врагу поставил. Ну. Какой дядя Коля?
Там у базы Орса, около трубца, где косты, которые держат на углу-то, на повороте-то. Ну-ну, У браку сами самогоном подогревает. Я аварийный им приготовил. И нафиг. Так и не идет нифига. Ты не видел давно бульдога-то? Давно уже не видел. Ну, мы в то воскресенье тебе заезжали. Нет. Подожди, как давно? Дня таки назад-то видел я его. Где он сейчас бичует-то, хоть не знаешь? На трубах там же. Там же на трубах живет? Да. Татьяна сидит. Татьяна, ты знаешь? Она, блин, когда последний раз умывалась, только не знаю. Черная какая-то. Да? Тоже бомжует? Рост чернее. Тоже бомжует? Ну, не знаю, не по-моему, стоишь. А ты что, голубь, блядь, ногти не постригаешь, ёпта твою мать, тебе ногти тоже, блядь. Рука-то не работает левой после суток. Блядь, не хватит, скоро, блядь, будешь, ты, наверное, кору дерешь нахуй, как медведь нахуй. Нет, как, медведь-то маленький-то, как он. Блин, в Австралии-то маленький, медвежата-то лазят по пальмам-то, как они. По-моему, эти панды? Нет, коала. Ну, похуй ты, короче. Улечит еще как. Ну и ладно, хули ты какой-то. Вот она мне приснилась, блин, гадина. Да. Честно слово. Ладно, голубь, что там, соточку себе подогрел, что не купишь себе, сигареты есть у тебя. Давай, голубь, в следующее воскресенье заеду к тебе еще. Здоровье. Давай, твое здоровье. Давай, голубь, пока. Дай хоть чокнусь с тобой. Давай, чокнусь. Давай, голубь, все, удачи тебе. Ну как удачи? Ну, чтобы более-менее, чтобы так же хоть подогревали тебя, блин. А ну хоть молодец, хоть ты хоть ехал, блин. Давай, голубь, очень приятно не было забыл, видеть. Хоть мини-дурака. Голубь, так я же тебя, блядь, помню, ты что? Сейчас знаешь, что здесь один, так буду заскакивать тебе хоть, подогревать тебя. Ладно, голубь, давай, как говорится, пока-пока, чао-какао. Да. Давай, голубь. До свидания. Ну что, пойдем на тебя заискать бульдога. Поищем, что там у него за тонюшка. Давай, давай, веселись, голубь. Вот, видите, уже еще четвертого подогрел. Вот так вот, ребятушки, подогревщиками. А как бы, ребят, что, вы помогаете мне? Блин, я подогреваю их. Ребята, звонят, звонят. Так, ребят, ну что, поехал, поищу бульдога с вами, тонюшкой. Интересный, интересный. Поехал, поищу. Может, вдруг найду. Сейчас еще прогонюсь по городу. Ребятушки едут по городу. Сидит мой мужичок. Объехал, посмотрел, вроде цыган, но я сейчас посмотрим. Цыган! 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 Ай. Ошибся. Да, ребят. Думал, цыган сидит, думал, подогреть. Ну ладно. Поехали дальше. Ребят, проехал по речной, здесь нету никого. Ну сейчас заеду еще туда, бывший железнодорожный домик. Нет, так это. Поеду крышу все. Лучше, как говорится, журавель, ну как чем. Или, блядь, наоборот. А, лучше синица, ну как чем, журавель ими. Ребят, приехал к рыжику. Поглядим сейчас, блядь. Чего они тут? Живы, не живы. Вова, мой мальчик, ку-ку. Вовка, спишь, что ли, паскудники дожились уже, блядь, ёпстаны. Чё у нас, блядь? Спишь, что ли? Не, блядь. Сука, блядь. Почему? Ну, блядь, я, сука, вот так, блядь, как с ними на рыбалку доходить. Дедушка! Дедушка! Хуй тебе, не хлебушка. Дедушка! Вова проснулся. Я им тут пакеты, блядь, пожрать, покурить, блядь, привез. А они, блядь, спят нахуй. Не ждут нихуя меня, блядь. Ой, суки такие, блядь. Это Вовчик, блядь. Да. А Вовка. Рыжая головка, блядь. Вовка, ну головка. Он уже спать лег. Да вот. А то он, сука, уже спит. В этой жизни, в этой жизни. Эти яблочки, водочки. Попиваю, нахуй. Я тут пакетик покушать привез, там косточки. Любимые мои косточки. Они сварят, по ходу дела, что собачки нашел. Ой, Вовчик, Вовчик. Да ладно, босиком ходи, хули, ты же дома. Нахуй ты ботинки одеваешь, блядь. Да нахуй, я
А дедушка, ты чего, устал, что ли? Да дед-то хуй. Деда. Ему хуёво нахуй, деда. Чё? Деда! А чё? Паха-то привез, делай что-нибудь покурить. Во, прикурить привез. Я встретил вас кореша этого, говорит, все сигареты у него выкурили, блядь. Иди садись в кресло, Вовчик, вот там у тебя пакетик. Сигаретки доставай. Дедушка спит, да, ребяточки, устали, хули. Ебать. Так. С утра пораньше, блядь. С утра пораньше, блядь, спать ложаться, да? Блядь, всю ночь работали, нахуй. Ох, силен мой дух, нахуй! Ох, блядь, рыжий пан! Труслята такие большие где-то взял, блядь. Сука, ничего не жмут? Ничего, блядь, видите, вот так вот, нахуй. Не считаться. Мне подписчики только. Да, блядь, вот так вот не считаться. Опа! Опачки! Кто ему подножку поставил? Да, Вовчик? С ног сбили Вовчика. Это Вовчик, блядь. А он завтра, наверное, забудет, что она к сестре. К сестре ты пойдешь завтра, нет? Забыл, пойдешь. Нет, курить хочу. Да вон у тебя пакете все там, жрачка, молоко тебе, курить, все бери там тебе, блядь. Все для Вовы. Лишь бы Вова не плакал. Вов, садись в кресло, вон, бери там сигаретки. А ну-ка, Вовка, поднимайся. Вовка. Хуй, я не головка, блядь, рыжая. Вон, блядь, да, Вовчик? Сигареты, блядь. Ой, да что такое, Вова? Земля покачалась, когда на море качка. Да, Вовчик? Нормально? Вовчик, даже яичко выпало, ничего страшного. Да, Вовчик? Любимая, косточки Мираторг будет. Вовчик есть, походу, дело. Оп, опа, еще раз. Вот так вот, ничего страшного, Вовка. Вовка поднимется, нахуй. Кто не падал, тот не поднимался, да? Да, Вовчик? Ничего. Земля качается, нахуй. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе видна. Это рыжий паскудник. Вот так вот, ребята, пить-то, блядь. Не пейте, как Вовка. А то будете падать, да, Вова? Да ничего. Кто не падал, тот не поднимался, нахуй. Сейчас он до кресла дойдет все-таки. Опа. Нет, нахуй. Нихуя не получается, блядь. Вовки. Вот он точно поможет. Дедушка, помоги Вове, блядь. Дед, давай, поднимай меня. А то Вовчика земля, блядь, круглая, нахуй. Да, Вова? Давай, Вова, попытка номер 4. Сейчас. Сейчас, Вовчик, блядь, на коленях, нахуй, дойдет, нахуй. До своего места, блядь. Вон, видите, Вов говорит, на 4 ногах, нахуй, ну дойду, блядь. Видите? Сука, блядь. Хочу, блядь, пиздец, нахуй. Ну что, любишь купить, да? Люби саночки катать, правильно, Вова? Опа. Ничего, Вовка. Вовка, кто не падал, тот не поднимался, да. Добрался. Ножки аж устали у него идти столько. Ебать, да? Устали ножки, Вовка, да? Ходите по дорожке. Ты, блядь, такой, нихуя такое расстояние прошел, блядь. На сигареточки. Тут мяско вам принес. Завтра варите на Вову сигарет. Эй, мяско. Там сосисочки, Вовка, молочко. Хули. Бульдога не нашел, блядь, хули. Хотел вам... На, Вова. Мыться никак не хочет. Не хочет никуда, дед? Дед, вот, сука. Не может. Дед, хули он грязно, грязно тело и нахуй. Дедушка!